русского классического. Нет, у меня были хорошие физические данные, мне было легко. Редкие документальные кадры. Может быть, поэтому, в правом углу 14-летняя, может быть, поэтому я особенно и не работала. Я просто пользовалась данными. Хотя я много танцевала. И в школе, ох, я, меня выгоняли из класса вот за хулиганство. Хорошо видно. Она крайняя справа. Я крайняя справа. В балете одна дисциплина. И для ученицы, и для прославленной балерины. А Массерери, я могу сказать, что он был замечательный танцовщик и всю жизнь преподавал. К нему масса народу ходила, у него были много учеников и в школе, и в театре, и все к нему ходили, потому что его класс был класс Горского, очень удобный. Кроме него никто не помнил этот класс. Он у Горского учился всего 2 года, и за 2 года он кончил школу, он прошел весь курс. Здесь же, в этом подъезде, раньше он был проезжий, стояли и машины КГБ, которые за мной следили. Так как-то хотели представить, что я шпионка английская, хотя я по-английски не разговариваю, но это не важно, это было такое время. И это было до 1958 года, пока я не переехала на Кутузовский.